Приветствую вас, выжившие, с вами Мурдерсан. На днях, а буквально вот позавчера вечером стримил на ПТСе 5 уровень. Ссылочку, кстати, оставлю наверху. И где-то 1:40 постримил, и серваки закрыли, накатили обнову. Как потом оказалось, добавили тир. Наконец-то, по многочисленным просьбам, потому что давно уже все просили. Ну не все, конечно, многие просили добавить тир, чтобы можно было оружие пристрелять и так далее. И там кое-какие еще изменения сделали. Ну, не буду на них останавливаться. Сегодня хочу вам чисто показать тот самый тир. В тир можно зайти, как написано, двумя путями. То есть заходим в экипировку. Жмем правой клавишей мыши на оружие. И вот появилась у нас тир. То есть мастерская есть, продать тир. Это раз. Потом можно зайти в магазин. Выбрать любое оружие. Чем хорошо, то можно потестить оружие, которого у тебя еще нет. То есть, например, донатное или любое оружие, которого у тебя в принципе нет на основе. Например, вот у меня нет УЗИ, ураган. Нажимаем правой клавишей, появляется тир, жмем и автоматически заходим в тир. Так, тут у нас вот такие столы типа пристрелочные. И тут ящик, можно пополняться. Плюс есть мишени. И бегают боты. Кто-то стоит, кто-то бегает. Кто-то, например, за машиной стоит. Такая вот небольшая дислокация. Ну как небольшая? Относительно, да. Потом я вам покажу ее. И что интересно, в зависимости от уровня оружия, меняется и у ботов экипировка, я заметил. То есть, например, потом я зайду ради интереса другим оружием 5 уровня. И боты будут, соответственно, одеты уже сильнее. А тут видите они. Почти все без головных уборов. Здесь вот чувачок стоит. Тут стоит. Тоже мишени. Здесь вот стоит. Убитые боты. Через некоторое время появляются снова на тех же местах. Некоторые вот по двое стоят, раздваиваются. Ну, это, видимо, баг такой. То есть, чем хорошо? Можно оружие, которое у тебя нет, попробовать пристрелять и так далее. Которое есть, можно попробовать. Единственное, пока... Нет, пока его. Можно, кстати, в домик зайти. Единственное, пока плохо, что вот они сделали. Перед выходными по-быстрому выкатили. То есть оружие появляется здесь без модулей. Хотелось бы, конечно, с модулями, чтобы было. Чтобы можно было попробовать с разными модулями, отдача и так далее. Прицелы. Так, есть у меня ящик. Можно там пополниться, сбегать. А если ящик есть, можно сразу. Перезарядимся. Также можно гранатками, конечно, здесь, чем угодно. О, можно ближним боем. Оп. Ты где? Привет. Ух ты, ничего себе, плечо в упор не пробил, видали? Ему хоть бы что. Такие вот дела. Так, одного убили. Да нифига ты, смотрите. А, их тут двое, трое стоит. Попадали, пипец, трое было. Расстроение личности. Так. И самая фишка в чем, смотрите. Сейчас я вдоль локации побегу. Вот как бы она такая, вот видите по периметру. Там идет. Какой-то как карьер тут вырытый. Самая фишка здесь вот. Вот за этими столами есть такая дверь. И здесь находится бункер. Заходим. Опа. И мы попадаем в старый подвал. Подвал старого лобби. Многие на форуме там, как говорится, скажут, уже так рыдают от счастья. Ностальжи, говорит, такое, ностальжи. Ну да. Такой старый добрый подвальчик.
с начальных патчей уровней. Ой, сурвы хотел сказать. С начальных патчей сурвы. Прикольно. Что там где-то пищит, скрипит, не пойму. Здесь предлагаю кровать поставить, чтобы можно было лечь некоторые на форуме. Такую сделать, какую-нибудь анимацию интересную. Либо оружие здесь менять, выходишь уже с оружием. Да, вот пока еще такой баг, что оружие, например, у тебя 3 слота на ПТСе, да? В тире берется оружие только, которое находится на первом слоте. Я пытался по-разному, только первый слот. Так, побегаем. Здесь вот еще есть такой какой-то котлован. Не знаю, может что-то сделают потом. Как полигон. То есть с этой локации пока, естественно, никак не выйти. Вот, здесь какой-то карьер. Подсолнухи, прикольно так тут. Какая-то траншея. Туда, сюда. А здесь как холмик такой, березки. И там вот внутри бункер. Получается у нас. Оп. О, а этого я не видел. Прикольно. А, это окно в бункер. Нормально. Я сюда даже не залезал еще. Случайно увидел. Так, где? Оп. Да, вот он сам этот. Вход в бункер. Такой заросший. Так, сейчас я ради интереса покажу вам другим оружием. Давайте. Выйти как отсюда? Вы либо... Там что-то на форуме писали, гранаты себе под ноги кидать. Я кидал, сейчас попробую кинуть. Что-то гранаты меня не убивают сразу, не знаю. Может, я такой живучий просто. Вторая, видите, не кидается, потому что это. Руки, ноги покалечены. Короче, я беру escape, нажимаю, покинуть матч. Все. Так, а теперь возьмете вот у меня АК-12. С ним зайдем. Идемте посмотрим экипировку. Вот видите, сразу уже стал бронированный такой. Это, по-моему, у него... Да, зуб в зубре стоит. Попробуем, постреляем в него. Что, слабенький у тебя зубр, чувак? Это какой-то попроще. О, еще один. По-моему, часового. Тут, как обычно, по двое, по трое стоят. Так, гранаткой можно также. Если надоело вам в него стрелять. Он присел, добили. Странно, не появился никто. Очень даже странно. Непонятно, по каким алгоритмам не появляется. То по двое, по трое, то никого. Так, кончились у меня патроши. Берем, пополняемся. Либо там на столе. Что, пройти не можешь? Я тебя не пущу. Прикольно, он пройти через меня не может. Куда он пойдет, интересно? Прикольно. Что, так сам еще не пробовал. Такой вот, в общем, тир, ребята, получился. Полезная штука. Давно просили. Единственное, да, вот. Что нужно добавить? Добавить, естественно, модули. Добавить модули и... Это ящик мой взорвался. Добавить модули, то есть прицелы, обвесы все эти. Плюс, желательно, смену оружия. То есть, вот, например, три слота у тебя. То есть, каждый раз выходить, что ли, приходится? Чтобы поменять оружие. Как бы, не есть хорошо. С одной стороны. Плюс, хотелось бы, чтобы боты были хоть немного бы внимания обращали. На играющего. На тестирующего, как говорится, оружие. Потому что они ходят линейно по своей прямой,
Кто-то стоит. Кто-то бегает. Туда-сюда. Было бы неплохо, чтобы хотя бы немножко не обращали внимания, да? Пусть даже не стреляют. Ну, конечно, лучше бы это расстреляли они. Так, не особо, чтобы прям как на основе. Не такие меткие были, а так немного. Было бы интересней. Оп. Так, вот такой вот тир. Все, что я хотел вам, в принципе, сегодня показать. С вами был Мордурсан. Не забываем про лайки, про комментарии, про кнопочку поделиться этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. Всем удачи и всем пока!